Жми на колокольчик, если скорее ждешь новую серию. О, привет. Чё, как? Эй! О, привет. Я тебя не заметил. Чё ты делаешь? Ну ничего. Просто сусь. Выглядит просто, как будто новую броню достал и всем пытаешься показать. Да нет, старая броня, я вообще забыл, что она на мне. А ты чё, завидуешь? Я не завидую. А я думаю, ты завидуешь. Не-не-не. Ты точно завидуешь. Я не завидую. Ты завидуешь. Я не завидую. Мне просто кажется, что это немного тупо. Тебе кажется, что вот это вот немного тупо? Да, мне так кажется. Еще мне кажется, что никто во всем Азериме не думает, ты почему встал на мое место, холоп? А ты еще что за холоп? Это мое место, холоп. Ты где взял такие доспехи, холоп? Да обычные доспехи, в них ничего такого. Просто пришлось за них половину темных земель вырезать, холоп. Да я тебя умоляю. Ты мне в подметке не годишься, холоп. Да что ты говоришь? Холоп. Откуда у тебя это движение, холоп? От учителя намного лучше, чем любой твой, холоп. Что ж, а как тебе такое, холоп? А как тебе такое, холоп? А как тебе такое, холоп? А как тебе такое? Холоп! А как тебе такое, холоп? А как тебе такое, холоп? Как тебе такое, холоп? Как тебе такое? Я просто пойду дальше квесты выполнять. Холоп! Как тебе такое, холоп? Я пошел. Это так тупо, что всем вот буквально вот плевать. Как смекаете? Тебе такое, холоп? А как тебе такое? Холоп! Как тебе такое, холоп? А как тебе такое, холоп? Как тебе такое, холоп? Эпичный NPC мужика перевел и озвучил виски. Ага.